салам, баща! Баща! На небо Азии взглянув последний раз, как будто проглотив хмельную брагу, дрожащий лайнер носил запас домой парней с медалью за отвагу. Дрожащий лайнер уносил запас домой парней с медалью за отвагу. Смахнули слезы, не сдержать себя в руках, сойдя по траву на родную землю. Каким тяжелым был тот первый шаг, мы в самом долгом жизни возвращении. Каким тяжелым был тот первый шаг, мы в самом долгом жизни возвращении. Первым выстрелом делила нас война, на мертвых и живых, без ног и с ногами. И принимала всех родимая страна, слепых и зрячих, бедных и с деньгами. И принимала всех родимая страна, слепых и зрячих, бедных и с деньгами. А как потом им жить, никто не объяснил, за что боролись, от того страдали. Куда ни обратись, ответ всегда один, ведь мы же вас туда не посылали. Куда ни обратись, ответ всегда один, ведь мы же вас туда не посылали. Справедливость что? Она осталась где? За той чертой безжалостного юга, где потеряли в проклятой войне мать сына, а солдаты друга. Где потеряли в проклятой войне мать сына, а солдаты друга. На небо Азии взглянув в последний раз, как будто проглотив мельную брагу, дрожащий лайнер уносил в запас домой парней с медалью за отвагу. Дрожащий лайнер уносил запас домой парней с медалью за отвагу. Домой парней с медалью за отвагу. Смерть. В твоих глазах печаль и отблеск пламя. Тебе война оставила на память. Тебе оставила война рубец на сердце. И от тебя, от него уже никуда не деться. И все ж печаль в твоих глазах, я знаю. Тебе война ее оставила на память. Сгорелся костер, и веселье нарушил своим пламенем он, заглянул в наши души, и от жара его сердце вдруг замирает, смотрят все на огонь, разговор затихает, яркие блики костра напоминают они край, где песок и жара, солнце далекой земли. И мы сидим и молчим, да и не нужно нам слов. Вечер прошел, а за ним ночь одинаковых снов. И мы сидим и молчим, да и не нужно нам слов. Вечер прошел, а за ним ночь одинаковых снов. Пляшет пламя в костре, памяти отражение,
На афганской земле продолжает сражение. Вновь горит БТР, вновь дымится земля. И Кабул, и Паншер, вспомнишь ты, вспомню я. Яркие блики костра напоминают они край, где песок и жара, солнце далекой земли. И мы сидим, мы молчим, да и не нужно нам слов. Вечер прошел, а за ним ночь одинаковых снов. И мы сидим и молчим, да и не нужно нам слов. Вечер прошел, а за ним ночь одинаковых снов. Кто не знает, это такой пиздюк. Если не знает, вот это вот сразу все знает. Я стала память. Вот это я отдал. Серови, я приеду. Яркие блики костра напоминают они край, где песок и жара, солнце далекой земли. И мы сидим и молчим, да и не нужно нам слов. Вечер прошел, а за ним ночь одинаковых снов. И мы сидим и молчим, да и не нужно нам слов. Вечер прошел, а за ним ночь одинаковых снов. Ночь одинаковых снов. Убрали языка, как ходили мы в атаку, как делили флягу и последнюю щепотку табака. А как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, мы везде скучаем редко, что ни день, то снова поезд, снова в бой. А ты, сестричка, в мясом бате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. А ты, сестричка, в мясом бате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Спасибо вам, девочки и сестры, спасибо за наших мужей, которые вернулись целыми. Скучали редко, что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. До золотой! Снял? Да. Молодец? Да. Это что тут за восторги такие? Это Вася Калачиев к нам на Донбасс приезжал. Встретились, друзья. Он у нас на Донбассе был. Вот для этого салфетки.
Ламбача и существует, да, чтобы люди встречались. Всем привет от Разимы. Только что. Господи! Привет! Сегодня ее выписали из больницы. Сейчас, секунду. Вот как раз это для Разимы и будет. Разима! Любим, помним! Желаем здоровья! На следующий фестиваль ты с нами. Камеру разворачиваем. Это видео, видео. Видео, да, да, все отлично. Нет, видео тяжело. Удачи. Халамбача. Праздником, халамбача. С юбилеем. Я что хотел сказать, вот у нас наши сестрички, мы же военные мужики, рождены для 007. Воевать, убивать 59. И так далее. 59. А я 62. Знаю, что 62. Девчонки наши кто еще рождены рожать, вытаскивать с боев и спасать. Поэтому огромное вам спасибо, дорогие наши девчонки, дорогие наши медики, которые черные по колено и вспоминал тяжелую войну, как под огнем немецких оккупантов в воронках от снарядов бинтовал, как на себе тащил двух раненых сержантов и как порой жизнь рисковал. И вот сейчас, когда в Союзе тихо, где не слышны раскаты канонад, увидел сам я здесь, в Афганистане, в какой бываешь, попадаешь ад. Когда стреляют по тебе с вершины, и пули цокают у самых твоих ног. А ты опять находишь себе силы, чтоб встать и побежать вперед. Истошно лает пулемет душмана, а эхо вторит звук его в горах. И вдруг я вижу, наш парнишка ранен, упал на камни в нескольких шагах. К нему ползет сержантик худощавый, наш фельдшер. Сумкой сжатой груди перетащил в укрытие под корягой, перевязал, прижав его к себе. И в ходе боя рисковал не разом, спасая жизнь товарищам своим, бежал на зов от пули, пригибаясь. И в этом беге был неотразим. А после боя, скинув на зиму ранцы, мы отдыхали в горном кишлаке, ну а к нему уже шли местные афганцы. Ведь слово «доктор» там звучит втройне. И глядя на него, я восхищаюсь, как бескорыстен русский советский человек. Герой наш брат, пред вами всеми просто преклоняюсь. Так говорю на лавочке, не дед. Спасибо. Я вас всех люблю. Ну, раз уж пошло такое, пару слов. Что вы тут получили, что вы тут увидели? Получили заряд эмоций на следующий год, чтобы дождаться следующего года. Уважение к нашим мужчинам. Вот это вот. Вот чего я не увидел, я скажу. Я который год приезжаю, ищу своих однополчан с трубопроводной бригады. Ни одного, елки-палки. Ой. Ни одного. Нашел. Знаю, что-то не нашел. Мы ездили мимо. Я... Ну, трубу-то знают все, они вдоль. Я никогда не забуду. Я никогда не забуду мое удивление, на всю жизнь это запомнил. Стоял ГАЗ-66. А у него сбоку вот такой ветровичок. И он на таких открывается это. И вот я в нем насчитал четко десятка два от пули. Вот в таком, не говоря об остальном все. Вот это ихняя служба была. Между прочим, мы знаем все, что именно у них больше всего награжденных и все. Ну, да, да, да. По этому самому. Это 395-й полк. По степени опасности, ну что там говорить, мы знаем, что такое. Ну, труба сама по себе горючка. Подрыв, потом они ее тырили, особенно... Да я-то знаю все. Они же такие
придумывали ухищрения, что ну, у нас в бригаде, значит, при штабе бригаде был музей вот этих вот всех городских приспособлений, начиная от чопика и кончая таким накладной хомут с краном, совсем с отводом, как нормальный трубопровод. Так что трубачи, ребята, геройские. Не, тут никто не спорит, больше всех наград у них, все да. Поэтому. Значит, найдешь. Найдешь. Одна бригада, одна единственная бригада. Мотоцинков полно. А бригада одна. А где стояли? Полихумри. В самом Полихумри? Полихумри, да. Перед Полихумри мы как-то ночевали прямо за Салангом, за Малым Перевалом. Дошли. Стояла, нет, ну, вот это ваша... Малый Перевал и Саланг, это две большие разницы. Я знаю, я говорю, а, я Саланг, Саманган. Саманган, а, Саманган, да. Прям за Саманганом там, Малый Перевал... Там Перевал Мирза отбили. Стояли ваши, и вот мы остановились колонной ночевать, и у одного земляк там был, мы ходили туда, и они рассказывают так, там вчера пришел дух. Что-то лепетал. Мы, не, ну, короче, решили кончить его. Кончили в ущелье, бросили там в ущелье недалеко. Пойдем, говорит, посмотрим, живой или нет. Для меня так это дико было, а для них это уже как в порядке вещей. Все. А что, говорит, он сейчас пришел, сейчас отойдет, мы на воздух взлетим. Зачем нам это надо? Вот такие вот дела. Ну, всего доброго. И вам удачи. Увидите, моргайте, махайте, мы вас еще сфотографируем. Ладно. К нам приходите, в Переволоцк. Переволоцк. Видел ваши баннеры. Буду мимо идти, кричите, свистите. Даже так заходите. Все времени делать то. Ты как всегда, братан, воюешь. Это мои друзья боевые бакшиш подогнали. Это чисто натуральный патрон, который вышибает мозги напрочь. Ясно, ясно. Я не буду все показывать. Не надо, не надо. Патронов на всех хватит, короче. У тебя что? Вот чем наша ветеранская дружба опасна и, так сказать... До сих пор приходится с оружием дело иметь. Все приходим, приносим что-то друг другу, подарки. Там мины итальянки, стингеры лежат. Мины это я потом покажу по боку итальянскому. Противоположно. Так, ладно. Раз пошла такая пьянка, представься, кто что... Веклич Василий Владимирович, сержант Советской армии, командир саперного отделения, 278-я дорожная комендантская бригада, провинция Баглан, ушла к Чаугане. Все понятно. Всем салам. Всем салам. Ну, еще я хочу отметить, что Василий помог мне немножко в обустройстве бессмертного полка. Это ладно, ладно, ладно. Да, 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 да. Все равно пыльно, как бы. Да, да, да. Совершенно нечего давать, на улице. Да. Так, девушки, маленькое интервью. Я вот делаю рекламу слету по видео. Где взял бы Наски? Рекламе. Я понял. По фоторекламе. А вы, то есть, идете по символике, да? Мы делаем сувениры с символикой, да, уже не первый год. Лазит у тебя везде, думаю. Продаем здесь сувениры, и все отсюда уезжают со своими, с хорошими подарками для себя, и для своих детей, для близких, для друзей, для сослуживцев. Ага, ну, короче, распространим на весь мир мы здесь тут сидим. Кто я должен быть? Крутизна. Вот такую же футболку. Майк, я уже покупал у вас. Не афганскую вот, тематику, а вот как у вот, него. Вот, я тебе сразу сказал. Так, 4 цели, а больше размер нет, такого нет. Нет, да? Ну ладно. Да. Почему? Вот же есть. Во! 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 Какую гордыню, гордышную, да? Да? А где Мазар-Шериф? А, вот. А где Харатон? Нет, Харатон.
Так, кружка важная. Ну ладно, мы где-то там выше. Ну ладно, спасибо. Почем кружечка? 350 рублей. Где моя? Все купил, Майк? Нормально? Последний остался, смотрите, все, больше таких нет. Я вижу, вижу. Это мы вот все эти... Приезжали в эти места. Да, нам все подходят и рассказывают. Я вот здесь служил, я вот здесь. Вот мы за Ришериф, ну, вот, Кабул, мы там были. Вот так вот. Вот мы все это здесь. Представляешь, я вот этого молодого человека, я заканчивал службу. И меня послали в Пензу, я его увез в свой батальон от этого. Через 35 лет встретились тут. Да уж, Гумар, говорит, тебе надо, говорит, наш батальон срочно. А сейчас уже прям два молодых человека, вот совершенно непонятно, кто кого призвал. Да. Он меня в поезде вез, короче. Хоть прям снова призывали. Он был старший сержант, по-моему. Сержант, сержант. Сержант, да. Рюкзак, это набор. А у нас человек 200, наверное, был целый состав. И вот Геннадий вез нас в Пензы. 60 человек. Да, наш 659-й батальон. Термес он у нас вез. А мы даже и не думали, что это вместе будем служить. Оказалось, интересная такая встреча. И служба у нас была вообще прекрасная. Вот я даже не грамм это... Как сказать? А просто мы с тобой вместе гордимся, что мы принадлежим... В этом батальоне служили, да. В этом батальоне и принадлежим к числу этих людей, которые приезжают сюда на слет. Да, да, да. Свой батальон мы тут представляем очень круто. Наше знамя стоит всегда по центру на открытии слета. Все, пошли, денег нет уже, пошли. Давай, 350 рублей. Все, идем. Почему нет? Там же кончились. Вот видео пошло красненькое. Под ваши красивые красные костюмы. Поздравляем! Бузулук! О, хорошо. Салам большой. Кто? Кто сделал автограф вам? Замечательная память. Куда нажимать, брат? Куда нажимать? Не надо? Не надо нажимать, просто держи. А танцевать-то можно? Не надо танцевать, ты камеру дергаешь, понимаешь? Сейчас тоже Малахова. Казак Ее Величества станицы Новотроицкой Геннадий Брусенский. И госпожа Малахова. Познакомились на юбилейном слете 10-м. Салам Бача. В Шуравистане на поляне. Город Бузулук. Бузулук, вот тут Бузулук. Ура! Вот здесь Бузулук. Классно. Все. Госпожа Малахова, да, вы да, прелесть. Спасибо, дорогой. Да это ужас, это ужас. Не то, что прелесть. Ой. Так, а ну-ка с этой стороны. Автограф, автограф. Автограф, стой, да. Автограф, автограф. Ты автограф. Камеру держи выше. Что ж ты? Все. Чуть в пустоту не это. Есть это? Нету, еще раз. Повтори. Нет, нет, надо. Нет, надо смачно приложиться. Ладно, все, хватит. А что это видео было? Салам, Баща! Баща! Если ты, Баща-афганец, приезжай ты в Бу.